Неужели ты ничего не помнишь? Почему? Помню. Шел по полю, закрытый гольф-клуб, суета, выстрелы, очнулся, хайп. А с рукой что? Пуля? Нет, потянул при замахе клюшкой. На твоем месте должен был быть... Ты? Нет, Байден или Харрис. Ты настоящий друг, Илон. Береги рейтинг, Доня. Донор ветер, донор кебаб. Черт возьми, сейчас бы съел баварскую сосиску. Черт побери! Опять мигрант? Ему нужны рабочие места и социальное пособие? Золото, бриллианты, черт побери! Мигранто нелегало задолбал. Мы рады гостям, но... Дальше следует непереводимая игра слов, характерная для Европейского Союза. Цигель-цигель, ай-лю-лю! Черт побери! Черт побери! Беженец! Демократическая республика Лимпопо! Шо не проканала? Ну, ай-лю-лю, так ай-лю-лю! Анна Леночка, ты сейчас станешь зеленой от зависти. Пашинян бросил свою кремлевскую кикимору и просится к нам в ЕС. Причем без виз. Мы с ним летим в Брюссель. Камолочка, ты уже сидишь в овальном кабинете? Нет? Сядь скорее, потому что ты сейчас упадешь. Потрясающая новость. Пашинян влюбился в Евросоюз как мальчишка. Алло, куда я попала? Прачечная? Прачечная, ты даже не представляешь, что я тебе сейчас скажу! Я к вам, профессор, и вот по какому вопросу. Общее собрание жильцов вот этого дома пришло к заключению, что вы занимаете чрезмерную территорию. Да я бы охотно присоединил еще 7-8 областей. Мы просим вас добровольно отказаться от Крыма. Крыма нет ни у кого, даже у Айсидоры Дункан. У Айсидоры Маратовны, уж поверьте мне... С жилплощадью все хорошо. Но позвольте, профессор! Какой я тебе профессор? Я Шариков, Переиграв Переиграфович! А всех профессоров давно в тюрьму отправила Федеральная служба очистки. Мы их душили-душили. Душили-душили. Душили-душили! Все на строительство канала в обход Босфора. Глупости! Все на просмотр канала «Заповедник».